Первым этапом республиканских соревнований стали отборочные игры внутри коллективов. Там были выбраны самые спортивные. Они-то и стали представителями от своих городов и районов. На сегодняшний день 87 учреждений. Первый этап соревнований по волейболу прошли внутри коллективов. А сегодня Северо-Запад проводит в нашем учебном заведении профессиональный лицей 27 вторые мероприятия, зональные мероприятия, где участвует 6 команд. Команды это Мишкинского района, Татышлы, Агидель, ПЛ-59, ПУ-91 и ПЛ-27. В соревнованиях принимают участие не профессиональные спортсмены, а обычные преподаватели. Некоторые из них в последний раз играли в волейбол еще в институте. Но в основном здесь были те, кто спортом занимается, хоть на любительском уровне, зато давно и регулярно. С детства занимаюсь спортом, активный образ жизни веду, хорошо. Очень рад приехать сюда, встретиться с коллегами, пообщаться, поиграть. По итогам целого дня соревнований победителями стала нефтекамская команда профессионального лицея номер 27. Второе место заняли также нефтекамцы, представители ПЛ номер 59. Бронза у команды из Мишкинского района. Этап республиканских соревнований пройдет также в Нефтекамске. Полина Сюткина, Ильшат Исламов. Информационная программа «Время новостей».